Здравствуй, вы на канале Инесса 2000. Сегодня у меня утро, мое утро. Ну, только уже я не буду спать. Ну, это первое, это мой первый день. Это у меня будет такой сериал блогера. Да, и не говорите, типа, плагиат, ладно. Не говорите, пожалуйста, плагиат. Почему ты плагиатишь? Я не плагиачу, я просто хотела сама снять этот сериал. Я увидела его, да, я его увидела у Николь, канал Николь. Но я его не сперла, потому что она уже этот сериал закончила. Я хочу тоже начать этот сериал. Ну, сейчас у нас утро. Я, кстати, проснулась в 4 утра. Вот, в общем, у нас час дня. Тут Марс у нас. Кисуля. Кисуля. Тут у нас Марси. Гулящая кошка. И я, короче, сейчас буду показывать, чем я буду завтракать. Марси, что ты хочешь? У меня тут ничего нету. Сейчас я вам буду показывать, как я буду завтракать. Марси, ты будешь завтракать? Ну да, у меня пока что нет. Сейчас я насыплю корма. Вот корм. Я даю одну жменьку. Вот Марси. Реши кушай. И если это видео наберет 4 лайка, то тогда я еще сниму такое же видео. Второй день. Ну, 2-3 лайка надо набрать. Вот рис. Кушать, надо подогреть рис. Так, что у нас в холодильнике? Так, сосиски. Ну, возьму одну сосиску. Да. Штука какая-то. Так. Ты куда-то камеру поставить? Не знаю, будет мне видно или нет. Я не знаю. Если меня не видно, то простите. Так. Но я не знаю, видно меня или нет, но, по-моему, камера видит. Так. Мне надо сосиска. Это называется одна сосиска, да? Не знаю. Так, камера меня видит. Вообще, я не знаю, камера меня видит или нет. Немножко. Я поставлю на паузу. А, вот, в общем, здесь мне камера видно. Вот сосиска. Да. Так, сейчас надо тарелочку взять. Тыц. Ё-моё. Это не я, это тарелочка, если что. Так, сосиску положу. Сейчас я рис насыплю. Ну вот, в общем, это вот так вот выглядит как-то, да. Не знаю, не очень, наверное. Сейчас я... Блин, я боюсь запекать сосиску в микроволновке. Там сосиска отдельно. Пожалуйста, микроволновочка. Микроволновка! Блин! Вот это крыло. Прощай. Вот так-то на минутку поставлю. Шарики, мои сосисон. Ой. Блин, что-то трескается. Ну ладно. А пока сосисон там, о господи, рис там шарится, я хочу на этом фоне что-нибудь. Красивый фон. Ребята, а вот это вот некрасиво. Да. Блин, сейчас уже... Я уже с вами тут
Около 6 минут общаюсь. Нет, 4 минуты. Ой, уже 5 минут я с вами общаюсь. Так вот у меня креселка. Креселька, креселька. Черное кресло. Короче, сейчас присяду, буду видео смотреть. Да. О, вау, для похудения. Привет, ребята, с вами Кэтс. Привет, ребята, с вами Кэт. С этой резинкой на руке даже невозможно показать наш знак. Я думаю, что... Да уж. О, привет. И, кстати, есть в одноклассниках помещение. Мечта Елена посетила твою квартиру. Какая Елена? Елена! Я, кстати, тут в аватаре мальчик теперь. Ну, я есть в ВКонтакте мальчик. Ну, вот аватария и тут. А, ну, тут я девочка, а там я мальчик. Да. Так, давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим, я хочу посмотреть! Либо сказал, я посмотреть хочу. Вот, в общем, пацанчик. Его зовут Саша. Он романтик. Он один и романтик. И ясно вам, он романтик. Кстати, вот такая вот у меня кухня. Вот моя квартирка. Закрыть квартирку. Я не хочу закрывать квартирку. Пошлите. Покидаем горнолыжном курорте кому-нибудь. Блин, она уже приготовилась. Капец, я тут жду. Капец. Так. Ай, я поцарапалась, блин, об этот холодильник. Ай. Блин, ладно. Ай, блин. А, вот почему она горела. Блин. Точно, бумажка же. Рисик. Ты ищи. Да. Я что тебе сказала? Сосиска. Вот трещик потрескался. Так, вилочку надо взять. Ну и на этом, наверное, заканчиваем. Ну и, наверное, на этом моменте мы заканчиваем видео. А если вам понравилось, то поставь лайки и подпишись на мой канал. Всем пока-пока!